исполкома, где написано, что вам разрешают. Другой человек занимался, для вопроса. Ну, давайте сейчас понимаю, ребята закончим, мы тогда подскажем, что мы будем делать. Ребят, день добрый. Здравствуйте. Это мы вызывали полицию, депутата городского совета. Покажите нам ответ для исполкома разрешителя. Что... Вы написали письмо, вы обратились. Теперь покажите, что вам дали. Значит, на это добро. Разрешили. Я предоставляю декларацию. Декларацию, копию, которую может заполнить любой гражданин города Николаева, сдать, получить штампик вот здесь, что она принята, и все. Это не декларация про режим работы, это да. Но покажите на ответ на ваше письмо, где вам четко городской совет разрешил с привязкой к месту размещать точку. Покажите мне, пожалуйста, где нам запрещено. Вы покажите документ, разрешающий, пока. Покажите мне документ, вас интересует. У меня я вообще в коррекции пока задаю вопросы, чтобы они у вас заключаются. Нет, значит, значит это незаконно. Здесь находятся кеговые бочечки с пивом, которые не должны здесь находиться. Хозяин подтвердил, что они здесь есть. Бочки с пивом. Сейчас мы все расходимся, подключается кега и торгуется пивом. То, что происходило вчера. Мы против этого. Люди города Николаева против этого. Главная площадь города Николаева. Мы настаиваем, чтобы это прекратилось здесь все. Конечно. Хорошо. Лицензию тогда тоже показывайте. Которая привязывается к зданию. Вы уполномоченный орган проверять лицензию? Мы, как депутаты городского совета, согласно статусу. Депутатов почему-то две недели назад... На другое. Товарищи, не будем переходить на другое. Мы настаиваем. Каким находитесь здесь? Ну, владельцем заведения, организатором. Есть у вас документы соответствующие на проведение здесь? Да, я вам дал декларацию про режим работы. Разрешающий, которую я получил в исполкоме. Разрешающий документ на то, что здесь будет. Это и есть разрешающий документ. Декларация не является разрешающим документом. Вы показывали перед этим мне письмо, которое с обращением, грубо совершенно говоря, верно. Ответ есть на это письмо? Конечно. Можно с ним ознакомиться? Можно, только, наверное, через пару часов, когда я тогда вызову человека на работу. Смотрите, вы по факту получается, документов разрешающих у вас нету, но вы не правы. Вы не правы. На основании разрешения я получаю декларацию про режим работы. Ну, режим работы хорошо, но у вас нету на документов. На основании этого решения. Нет. Ну, есть оно у вас, предъявите. Конечно, пожалуйста. Я не могу сейчас его предъявить, потому что у меня люди выходные. Ну, я понимаю, люди у вас выходные, но все-таки деятельность вы свою продолжаете. Без... На основании декларации про режим работы. Нет. А что является основанием про работу? Ну, вам вот человек рассказал. Это желание человека. На самом деле он вас обманывает. Декларация про режим работы есть основополагающий документ. На сегодняшний день такой законодатель. Вы можете проконсультироваться. У вас есть желание предоставлять депутатов, какие-то услуги, у вас должны быть какой-то куточек с поживача, где не все вопрос. Это указано, оно есть здесь? Я согласен, ну, должно бы так быть, но это дело в том, что это временное, это всего лишь фестиваль на три дня. Если вы здесь временный, был... никто не говорит вам там... Ну вот, мы вам и предоставили, вот у нас временный там был, лежал. Декларация про режим работы и есть разрешение на работу на сегодняшний день. Нет. Не совсем те документы, которые вы не правы. Ну, если я не прав, тогда сейчас вызовем на место следственную оперативную группу, которая она более компетентна в этих вопросах. Согласен. И они уже будут принимать решение, законно вы здесь проводите свои деятельности. И пока мы не вызовем всех документов, торговля заканчивается. Естественно, торговля сейчас пока не проводится, до момента, пока мы с документами не разберемся, законно ли это все происходит здесь. Вот это по закону? Сейчас будут покупать, пока мы говорим. Я ему говорю, сейчас мы еще пройдем вот туда. Кассовый аппарат ставится в 20-метровое помещение.